Я на восьмом месте. Хруст, я знаю, ты у меня на первом. Железобетон, да? Да. Хруст, расскажи историю, куда тебя сегодня позвали, что ты сказал. Так, а что там было, я уже забыл. Ну, ты сказал, что тебя позвали на шашлыки, а ты отказался. А, да, я сказал, у меня ГК, да, меня кореша позвали, короче, пиво пить, шашлыки жрать. Я такой, не, не вариант, мне надо танк брать. Я понял, что я оставляюсь. Я все. Я вот так неделю уже сижу в берлоге, не могу никуда выйти. Мать спрашивает, а что ты никуда не выходишь, а у меня танчики. ГК. У меня вырастила мать кретина.